Вы смотрите канал CryptoDealers. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать To The Moon. Миграция. NEM Symbol. В декабре 2020 года NEM производит запуск публичной блокчейн-сети Symbol. В данном видео представлена вся необходимая информация, которую вам необходимо знать о предстоящей миграции с NEM на Symbol, включая информацию о снапшоте и о процессе opt-in для получения токенов XIM. Напомним, что именно команда CryptoDealers осенью 2017 года впервые организовали и провели первый митап NEM в нашем регионе. На данный момент у нас на канале вы найдете 49 видео, посвященных NEM, что бесспорно является самым большим собранием русскоязычного видеоконтента о данном проекте. Возвращаясь к истокам, хотим обратить ваше внимание, что согласно Википедии, аббревиатура NEM изначально расшифровывалась как New Economy Movement или «Новое движение экономики». В свою очередь, платформа Symbol является второй версией блокчейна NEM, в которой протокол обеспечивает достижение консенсуса между валидаторами транзакций о том, какой именно блок должен быть добавлен в блокчейн. Публичная блокчейн-сеть Symbol использует модифицированный протокол консенсуса Proof of Stake Plus, поощряющий тех, кто активно участвует в работе сети. Запуск Symbol и токена XIM запланирован на 17 декабря 2020 года. В рамках миграции все держатели оригинального XEM смогут получить такое же количество токенов XIM в сети Symbol. До ребрендинга в начале этого года Symbol носил название «Катапульт». Symbol стал настоящим долгостроем криптовалютной отрасли. Подготовка обновления ведется на протяжении нескольких лет, а его запуск неоднократно откладывался. Разработчики утверждают, что создают наиболее практичное и безопасное блокчейн-решение для бизнеса. По их словам, модульная структура Symbol позволит реализовывать всевозможные корпоративные сценарии применения технологии распределенного реестра. Основными особенностями новой сети станут поддержка нескольких сайдчейнов, алгоритм DPoS, позволяющий зарабатывать в пулах любому владельцу XIM. Блокчейн предложит пользователям инновационные инструменты безопасности, более высокую скорость транзакций, разработчикам шаблоны и инструменты для создания DeFi корпоративных сетей. Три основные правила, которые вы должны знать, чтобы получить свои токены XIM. Opt-in или подписка. Данный процесс будет использоваться для получения токенов XIM в публичной сети Symbol. Чтобы принять участие и получить свои токены XIM, вам сначала необходимо иметь свои токены XEM. Кошелек NEM Wallet был обновлен и теперь включает в себя модуль Symbol Opt-in, который упрощает регистрацию с использованием вашей учетной записи NEM. Чтобы произвести opt-in процесс через мобильное устройство, вам необходимо загрузить мобильный кошелек Symbol. Кстати, уже доступна как Android, так и iOS версия. Снапшот или снимок — это моментальный снимок сети на определенный момент времени, которая включает в себя запись всех остатков средств в блокчейне NEM. За каждый один XEM, которым вы владеете на момент снапшота, вы получите один XIM. Обращаем ваше внимание, что минимальный баланс, который должен храниться на вашем аккаунте блокчейн на NEM на момент снапшота, должен составлять сотню XEM. Все, что меньше данного баланса, будет исключено из процесса opt-in. По информации из чата украинского комьюнити NEM, снимок балансов будет за 2 дня до запуска публичной сети, ориентировочно между 15 и 17 декабря. Вместе с этим точная дата снимка будет оглашена минимум за 14 дней до запуска. Обращаем ваше внимание, что точная высота блока будет анонсирована минимум за 5 дней до запуска. Важно помнить, что сделать opt-in перед запуском можно будет за 5 дней до запуска сети. Opt-in после запуска будет доступен через 6-8 недель после запуска. Пишите в комментариях, какую цену на XIM вы ждете в этом году.